Добрый день, меня зовут Александра, мы находимся в центре «Здоровый рух». Добрый день, Александра. Скажите, пожалуйста, с какой проблемой вы обратились в наш центр? Я обратилась с проблемой сколиоз второй степени, искривление позвоночника. А скажите, сколько занятий вы на данный момент уже отходили? 3 полных занятия. И вам уже стало легче? Ну да, я прям чувствую, у меня проблема была в том, что левые мышцы под лопаткой были слабыми очень. То есть правой рукой я могла многое сделать, ну как бы это чувствовалось даже в повседневной жизни. А левая рука, она как бы была гораздо слабее, именно мышцы. И вот после 3 занятий я уже чувствую, что левая рука даже в жизни лучше работает, я ее лучше ощущаю. Вот. И, ну, для меня это важно, мне хочется двигаться дальше, еще больше улучшать и выравнивать спину. Скажите, а откуда вы узнали о нашем центре? Ну, Инстаграм, да, реклама в Инстаграме. А что вы можете порекомендовать тем людям, которые еще сомневаются насчет того, чтобы обратиться в наш центр или не знают, что такое кинезитерапия? Ну, во-первых, посмотреть видео можно на сайте, на официальном. И самое лучшее, это, конечно, прийти, пройти тестирование, потому что на тестировании я поняла, что действительно как бы это может исправить мою проблему. Ну и попробовать хотя бы месяц. За месяц вы уже сможете понять, есть ли изменения. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста.